Всем приветики, дорогие друзья! У нас сегодня просто шикарнейшая погодка. Приехала моя мама, сказала посидеть с Настюшей. Я ее уложила спать, а мы с Сережей отправляемся на свидание. Да, как бы это смешно ни звучало, но мы отправляемся на свидание. Хотим посвятить и вообще провести время друг с другом. Поэтому, куда мы сейчас поедем, мы не знаем. Может, в кафе, может, куда-то в торговый центр. Ну, посмотрим. Все-таки сегодня такой прекрасный праздник, День Святого Валентина. Все, садимся в машину. Я накрасилась. Мама мне привезла мою косметику, которую я давным-давно забыла дома. Представляете, и там, оказывается, был диоровский блеск. Я такая довольная, короче. Сейчас покажу. Взяла его с собой. Вот он. Вот такой. Сейчас я им подкрашусь. Ой, и все. Выезжаем. Ой. Отдохнем. Поедим. Может, что-нибудь купим. Посмотрим. Мы приехали вот к такому торговому центру. Я здесь буду первый раз. Называется он гипермаркет Green. Там много-много магазинчиков, поэтому заходим. Заходим, Сережка. Маску забыли. У нас одна маска на двоих, но мы думаем, там купим. Боже, дорогие друзья, вы не поверите, но я первый раз буду в магазин, захожу в магазин Zara. Это вообще настолько он популярный магазин, а я в нем только первый раз буду, представляете? Это вообще, что значит сидеть в декрете и вообще никуда не выходить, ничего не видеть? Здесь огромный выбор, просто огромнейший. Так что мы с Сережкой разделяемся, он идет смотреть мужское, а я женское. Тут даже детская есть, поэтому, короче, хотели посидеть в кафешке. Походу, мы проведем День Святого Валентина в магазине. Так, мы пришли с Сережкой перекусить. Взяли пироги, что ли. У нас есть вот такая вот кафешка. Вот там они изготавливают различные пироги. Взяли куриный пирог с куриными потрошками. Тут, короче, печень, это сердце. Сережка, куриные потрошки. Так, это тебе с сахаром кофе, не без сахара. Так что садимся кушать. Я, кстати, первый раз буду пробовать, мне очень интересно. Вкусно, необычно. И с лучком. Сережка прям интеллигент, с ножиком. Молодец. А я так. Все, всем приятного аппетита. Так, мы уже приехали домой. Короче, ничего не купили. Посидели в кафешке, хотя ходили по магазинам, но ничего не выбрали. И хотела вам показать, вы слышите, как у нас возле дома звенят колокола. Вон там у нас церковь, буквально через дорогу, там, где мы крестили Настюшу. И так колокола звенят, просто обалдеть. Мама с Настюшей вон гуляют. Настюшка, иди к маме, иди сюда, беги. Нет. Гора такая большая, на гору. А мы сейчас собираемся идти, отгадайте, куда? В мой любимый Фикс Прайс. Боже, я 100 лет не ходила туда, потому что из-за погоды холодно было.
Поэтому мы на улицу не выходили. Боже, колокола звенят вовсю. А какая погода, посмотрите на небо. Просто красота, лепота. Мы уже пришли домой. Боже, находились, у нас столько снега выпало. Это обалдеть. Мы с мамой, это целый квест, реально, как мы на санках с Настей сходили. Настюшка, да? Я Настюшке сварила рисовую манку. Сейчас я ей сделала чаек ромашковый, налила в кружечку. Чаек, Настюшка, тепленький, попей. И кексик, да, и кексик Настюшке дала. Это, кстати, наша бабушка сама пекет. Моя бабушка Наташа, Настюшина прабабушка, сама пекет вот кексики. Ну, я пока не буду есть. Ну, вы знаете, я сейчас согрешила, скажу. Я сегодня целый день не ела, только поела в кафе. И то там этот кусочек пирога. А мы сегодня днем с Сережей. Ну, Сережа почистил картошку, а я приготовила, сделала. Получается, здесь у нас картошка с овощами и мяско по-французски сделала. Поэтому сейчас прибежала, честно скажу, нагрешила, поела. Пью чай, побольше лимона выжила, думаю, нормально. А мы с мамой сходили в Фикс Прайс. Сейчас покажу, что мы купили. Целый пакет бабушка Таня купила, да? Сейчас будем показывать. Настюшка, давай камеру вот сюда поставим. Вот так. Так. Да, самое главное, это бабушка Таня купила Насте большие мыльные пузыри. Так, надо планшет выключить. Тут вот эти мультики тянила. Во! Ой! Не получился! Ой! Ой! Боже, больше воды! Вон пузырек, да. Неси папе, неси, будет тебе пускать. Так, далее. Вот такие вот с Фикс Прайса подкладки, они... На кухню я взяла пару штук. Это вот сюда вот у нас. Мне они очень понравились. Вот мы их под низ стелим. Так, дальше. Да-да. Да-да. Что тут, бабушка? Я даже не видела. Настя, смотри, что бабушка тебе еще взяла. Я даже не увидела. Вот такие еще пузыри. Не лопающиеся мыльные пузыри. Возьмем к дедушке Васе в деревню. И книжечку, Настя, а я не видела. Иди, иди папе покажи. Иди покажи папе. Иди. Так, дальше. Мама взяла папе корм в деревню. О, Настюшке упаковку Барни. Ватные палочки. Горошек. Мама привезла соленых огурцов, поэтому... Так, и... Ого! А что это такое? Имбирный чай с апельсином. Он почему-то открыт. Вот такой вот. Пробовали? Что? Я не пробовала. А сколько их здесь штук? А он открыт был. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вроде все на месте. Вот такой вот имбирный чай с витамином С. Первый раз буду такой пробовать. Ничего себе. Да, Настюшка, что ты там? Настюш, стоит, пальцем показывает. Так, дальше. Антибактериальные салфетки. Такие красивые корзиночки. Я говорю, мама, возьму вот такие корзинки, поставлю... Насте в шкаф, в эту положу носочки, в эту колготки, в эту можно трусики, то есть, чтобы было такое разделение. Я их взяла, маме дала, говорю, все, на кассе. Сама с Настей пошла на улицу. Мама так долго была, мама говорит, а они только шли с крышкой вместе. И маму заставили бежать за крышками, говорит, мама, пока их нашла. Поэтому не знаю, зачем эти крышки, ну, в принципе... Что-нибудь придумаю. Ну, очень красивые. Мне понравились, что они белые. Вот такие. Все. Вот такая вот наша закупка. За все мы отдали
Так, за все мы отдали, не вижу. Чек намок. Так, 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 так. 56 рублей 20 копеек. Это в долларах. Ну, я переведу, наверное. Вот, так что все, пойду сейчас все раскладывать. Вот такой вот у нас обычный день Святого Валентина прошел, вот в таком вот темпе. Вот, так что все, дорогие друзья, пойду наводить порядки. Что, а Настюшка хочет пускать пузыри? Да? А! Так что увидимся с вами завтра. Всем, что надо сказать, Настюшка? Пока-пока! Всем пока-пока!